Здравствуйте! Сейчас я покажу герань после обрезки и как подрастает мой посаженный черенок. Вот моя герань после обрезки. Проснулись маленькие такие почечки новые. И там, где только листочки торчали из основного ствола, растут новые молоденькие веточки. Одна веточка, и вот она вторая растет. Ну, в общем, потихонечку разрастается. А этой гераньке я делала обрезку и прищипку. Я это не снимала. Но здесь видно, что здесь вот раз, два, три, четыре веточки. И одна из них, она была выше других. И мне ее пришлось срезать, чтобы она была наравне с остальными. А остальные я просто прищипнула. И, как видите, пошли новые побеги, новенькие, на которых вот стали появляться вот столько цветов. Вот они уже отцвели. Кстати, вот эти вот бутончики, которые отцвели, их, ну, я просто их отламываю, вот, и убираю. Когда мы убираем увядшие цветоносы, мы стимулируем к появлению новых бутонов. Это происходит потому, что мы не даем созреть семенам, вот, а растению нужно же как-то размножаться, поэтому он выбрасывает новые бутоны. И так все остальные увядшие цветоносы я просто отламываю, вот, и убираю. Он нелегко подсохшие отходит. Цветоносы увядшие уже удалены, теперь герань дальше будет цвести. А вот тот самый черенок, который я сажала в баночку. Здесь видно, что из основного ствола пошла вот она молодая веточка, и на ней такие бутончики. И также видно, что с корня пошел новый побег. Естественно, ее уже пора пересаживать. Вот уже сохнут старые листики, и уже давно здесь очень тяжело. Поэтому ее уже я пересажу. Пересадила я ее в другой горшочек. На дно керамзит, землю универсальную использовала, хотя, конечно, лучше специальную для пеларгоний. Вот она по чуть-чуть распускается. Такая вот она из череночка уже. Листики светленькие, потому что она стояла на солнышке. Всего доброго!